А Юзю знаешь? Конечно, я же сказал, что я смотрел его стримы Я на Твиче. прослушал этот момент. Просто... Кагатун и Юзи. А он стримит до сих пор, прикинь. Я знаю, он живой. Мне его жалко, блядь. Я думаю, что нет. Я думаю, что он молодец, и он получает кайф. Ну, сейчас да. Я тогда так вот от эта него история, кайфовал. Чувак, это история про популярность, с которой ты, не, ну, типа, не так распорядился. Она не работает. Ну, типа, это очень... Знаешь, мне кажется, что это очень поверхностно. Вот прикинь, может быть, у человека была какая-то популярность, но он чувствовался вообще очень-очень плохо. А тут она... Ну, он же... У Юзи были большие перерывы, помнишь? Да. И как будто есть причины на эти перерывы. И сейчас он стримит, и я надеюсь, что он кайфует. Сейчас он кайфует, он сейчас пилит, что-то там прогает, насколько я знаю, карты для КС-ки хуярит, режимы.